настроимся. Я сразу немножко изменюсь. Горло иногда бывает. Приболевший, поэтому если что, извиняйте. Я не специально. Я постараюсь сделать все хорошо. Мне пробовать, да, или можно уже начать? Или попробовать сначала, как начинать, да? Давайте начнем с первой песни, называется «По Млечному пути». Ну, проект мой называется «Земля любви». Вот. Кто? В интернете, да, вот? Кто пришел, посмотрели, наверное. Молодой проект совершенно, я недавно выступать начала. Вот. Поэтому, скажем, один из стартовых концертов. Песня «По Млечному пути». По Млечному пути, минуя рай, и я пойду, куда скажешь идти. Я твоей любви солдат, я твой солдат. Заказа нет вот еще? Вот пока вот, 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 вот,
приду. Можно я к тебе приду, да? Нет, уже. Ну, вот давайте, значит, ее споем раз. Есть уже. Да, она как более типа романса, да. Есть такие, да. Значит, песня «Можно я к тебе приду». Можно я к тебе приду? Можно я к тебе приду? Обниму, обниму и так замру. Вся из белых облаков, без наручников и оков, вся из чистоты звезд, с ароматом звезд. Вся квартирниками начала вот такого формата только с марта, наверное, выступать. И вообще как-то выкладывать, если бы я зарекламировала его. Вот. В первом диске было 14 песен, называется «Дышать водой». Вот. Но я буду комбинировать песни, которые и новые появились, и не диски, еще и диски. Так, заказы больше нет, да? Дальше что хочу. А вот сахар, алкоголь и никотин заказали. Я извиняюсь за голос, чуть есть. Сахар, алкоголь, никотин, это вот она в диске есть. Откроется твоим глазам правда, но сначала немного яда. Действие верного, быстрого, для ясного разума и сердца чистого. Вы будете очень счастливы, я.
ложные, что тонут в кофе и молоке. Козлиная написана стада, и ты торопишься к ней завороженный. С молоком и с молоком и мороженый ты пьешь, как лекарство дозами, украшая потолок и стены. Yeah.
порошком. Солнце мое, солнце мое. Все хорошо, солнце мое, все хорошо. И боли нет, нет, нет. Солнце мое, лови привет. И это всего лишь привет. И тебя нет, нет, нет. И догорела рассвет. На фильтрах сигарет. Кровью целую свет. Раненый небосвет. Солнце моего нет, нет. Солнце моего нет, нет. Разные там созвездия, все такое, ну, что-нибудь оригинальное. То, что я выбирала в интернете, все уже было. Вот я начала спрашивать подружек, друзей, говорю, какое название. И у одной из подруг почта, электронный ящик почты, называется «Земля любви». Вот. Мне понравилось название, его нигде не было. Я посмотрела, что это часть Антарктиды, покрытая льдом и все такое, там ветра. И в то же время, по мне, кажется, звучит музыкально. И вот в итоге я остановилась на этом названии, теперь как бы... Когда, ну, если набрать в интернете, например, «Земля любви», то выдается и участник Антарктиды, и группа, и все. То есть вот такая история. Ничего. Ну и также я, например, люблю что-то холодное. Вот я была рада, что «Земля любви» — это именно холодная часть суши. Раньше у меня всегда было мечта на каком-то ледоколе туда сплавать. Вот, так что... Теперь я боюсь холода. После зимнего похода, я была в зимнем походе на Байкале. Вот. И там мы ходили вокруг по льду, и ночевали на льду, и мне было холодно. И теперь я боюсь холода. Так что не знаю. Решусь я еще такой или нет. Так, теперь песня будет под названием «Звездой». Тоже в формате романса. Вообще, я эту песню считаю своей как-то самой первой такой основательной песней, с которой я подумала, что я, наверное, песня получается. Закрой глаза, я расскажу тебе мир о том, как корабль наткнулся на риф и пошел на дно, как в старом кино. Там можно целоваться с
Совсем не то, как выяснилось в процессе жизни. Работала я экскурсоводами много, вот я в путешествии была около 3 лет, наверное, так скажем, с периодическими возвращениями. На Байкалах, на Курилах я там экскурсоводом работала, в одном и другом местах. Ну, я это называю временем не столько поиска себя, сколько, ну, я постоянно была там с гитарой. После строительного я, скажем, заблудилась, я так думаю, но это вот, знаете, если обращаться уже к жизненному пути. Вот. Потом вернулась после путешествий, занялась проектом. Вот. Сейчас планирую дальше развиваться в области музыки. Так, не знаю, стоит, конечно. Стоит. Спасибо. Да, ну я запросила. Так, ну давайте песенку никакую, но никто не придумал. Вика, например. Вот, она похожа на ветер. Споет песня из альбома. Кстати, вот если об истории... А, вот на предыдущую песню есть, вот когда я ее пою, вот про звездой, которая была песня, это есть видео «Титаника». Вот все фильмы уже смотрели, очень часто ассоциации возникают только такие. Вот. Ну, это если так. А к новой песне, она похожа на ветер. Вы смотрели вот фильм... А, ну нет, наверное, это старые голливудские фильмы такого, где еще играют Патрик Суэйзи, вот эти вот все. Да. И вот у него есть песня, у этого, он писал авторскую песню к фильму «Грязные танцы». Это вот раньше был фильм, я не помню, в 89-86 годов. И вот он саундтрек этого фильма писал «Shall I Swing», по-английски тоже, она похожа на ветер. И вот я посмотрела этот фильм, потом мне понравилось название, и вот как-то совокупности возникла эта песня. Она от мужского лица якобы должна исполняться. Она похожа на ветер из мелких капель воздуха. Она похожа на ветер и пахнет звездами. Она похожа на ветер и на меня небом дышит. Она похожа на ветер, я чувствую, но
не вижу. Так.